Проект закона об областном бюджете на 2015-2017 годы передан на рассмотрение парламентариям. Об основных цифрах журналистам рассказал начальник департамента финансов Дмитрий Куликов. Налоговые и неналоговые поступления в следующем году вырастут на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с годом текущим. Но несмотря на это, регион по-прежнему остается дотационным. Бюджет социально ориентированный. Более 60% от всех расходов уйдет на соцсферу. Как раз финансирование медицинского обслуживания обсудили на заседании комитета в Ивановской областной думе. По оценке депутатов, финансирование программы развития здравоохранения Ивановской области будет уменьшено. Почти 80 лечебных учреждений региона не будут иметь средств на ремонт помещений и покупку нового оборудования. Притом, Начфин утверждает, что расходы на эту сферу каждый год увеличиваются. Перекосы связаны с переходом на одноканальное финансирование, которое будет осуществляться за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Объем платежа в фонд обязательного медицинского страхования за счет средств областного бюджета в будущем году 4 миллиарда рублей. А общий объем средств фонда обязательного медицинского страхования, если мне память не изменяет, около 10 миллиардов рублей. Это те средства, которые пойдут на областную медицину.